Чтобы была Брисаида Гороха. Она девочка, в первую очередь. Мы никогда в жизни не поймем, что у нее в голове происходит. Но мы сейчас не требуем, мы сейчас на нее давим. Да, она имеет право на свое мнение, на мнение, что Артему здесь не место. Но это ее мнение. И каждый может голосовать так, как он хочет. Не обязательно за нее на это кричать и распинать ее за это. Мы хотим опираться на свое решение. Это невозможно, она чтобы понять ее, чтобы понять, она должна сказать. Давайте так, если ты говоришь, что я тебе не подруга, что я тебя не поддержала, когда ты делился со мной некоторые моменты, я здесь не выносила. Единственный момент, я сказала, что у тебя горят глаза на Риту, у тебя очко жим-жим, и просто ты боишься реакцию Юли. Вот почему ты злишься на меня, и сейчас топишь против меня. Хотя бы у тебя нет такой же мнения, что у меня нет. Если ты сейчас начнешь...